Добрый день, представляю вашему вниманию платье. Первый сорт, Польша. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такого вот красивого платья. Размерчик XS с пайеточками. Сзади замочек. Здесь у нас вязаное платье. Так, размерчик S. Даже есть этикеточка. Манго XS. Такое вот пышное платье. Здесь у нас нет, есть. На тоненьких бретелях размерчик М, нет чашечек. 36 размера Амису, штапельный материал платья. Так, здесь у нас платьице размерчик М с воротничком высоким. Здесь платье на тоненьких бретельчиках, атласное. Размерчик не указан, без чашечек, я думаю, что это эмочка. Так, здесь у нас 158 ростовочка у платья. Имеются вот такие вот поясочки, можно сзади бантик сделать. XS платье. 36 размерчик. Вязаная эльчика. Вязаная с высоким горлышком, размерчик SXS. Так, здесь у нас есть небольшое загрязнение. Здесь вот размерчик S. Здесь как туника даже, наверное, больше идет. S-очка. Вязаная, даже это, наверное, джемпер, потому что очень коротенькая. Евро 36-38, или как туника. Здесь вот такой вот разрезик. Евро 36 платье, джинсовое платье, размерчик М, вязаное SM, ОВС S-очка. Так, здесь у нас размерчик ML платье, L-очка вязаное платьице, так, L-ка. Эвечка. Здесь у нас эмочка. 38 размерчика мохито с замочком спереди. Здесь у нас шифоновое платье. Размерчик 52. На бретельчиках, не просвечивает. Тоже на бретелях. Велюровое, точнее, платьице. Размерчик ML. Имеются загрязнения небольшие, размерчик L, и вот здесь вот катышки. S-очка. Здесь у нас шифоновая ML. Здесь платится M-очка. Евро 40 H&M. Классная, плотная. И здесь у нас 44 размерчика. Такое вот платится. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.